Всех приветствую, друзья. Значит, в Черкассах открыли аттракционы. Сейчас вам покажу препятствия. Даже, может, в дальнейшем сам буду участвовать. Сейчас девочка будет спускаться. Сегодня выехали на рыбалочку. Здесь очень красиво, местность такая одушевляет, завораживает. Не часто увидишь такие места красивые. Будем дальше продвигаться, смотреть, что там еще находится, потому что, видите, река идет вот туда, заворачивает, там вон какой-то заплывчик. Интересно было бы перебраться на ту сторону, но здесь был раньше мост, видите, и он сейчас разрушен полностью. То есть никак не переберешься без лодки или каких-то средств передвижения. Может, конечно, там в дальнейшем, где так, если пойти, можно что-то найти, переправу какую-то, но здесь она полностью разрушена. Красивая природа. Пока что не удается мне ничего поймать, хотя сделал уже забросов буквально 10-15. Может, что погода переменчива, потому что вчера было тепло, позавчера тепло, сегодня уже так прохладно. Сейчас нужно будет еще выбраться на верхний. Я такое, кстати, никогда еще ранее не видел. Посмотрите, дерево, и видно, что бобер его грыз. Как оно уцелело и стоит вообще, неизвестно. И видите, он туда уходил в воду. Капец. Я в шоке. Вот, смотрите, осталось после его кора, после того, как он грыз. А посмотрите, какой здесь краеведик у нас.
Ну и использую шифер. А это рыжий. Рыжий тоже у нас бывает, когда ночью его не пускает. Я заметил, ночует в этой будке. Всем нравится она очень. Ну а старую заберу у себя во дворе, где я живу, в двухэтажном доме. Там приблудилась собака Бим. И ему негде ночевать. Вот старая, я думаю, будет ему классным местом для ночевки. Сейчас буду забирать уже будку. Будка, она полностью готова. Вчера вечером пенопластом утеплительным обшил ее, чтобы не дуло. Вот так вот. С разных сторон. И будет отлично. Итак, привез я уже будку на место ее дальнейшей дислокации. Вот такая вот она. Это та старая. Амурчика. Бимасику поставим здесь. Потому что я вообще хотел поставить ту новую. Но так как у нас двор такой, что могут ее своровать. Было бы очень жалко, если ту своровали. Ну, эту поставим. Место я уже предварительно освободил. И сейчас буду ее ставить самостоятельно. И теперь у Бимасика есть полноценное жилище, где он сможет ночевать. Потому что начнутся холода, шифер есть. Все нормально, обито. Кстати, эта будка тоже я когда-то оббивал его линолеумом, спереди, сзади. Единственное, что надо будет, наверное, взять такие доски, какие-то поставить на доски, чтобы дно не гнило. Вот так вот, друзья, я всего... из подручных материалов сделал новую будку, можно сказать, двум псам. А вот Бим с Найдой прибежали и вынюхивают, потому что она пахнет амурчиком, запах. Тикай, иди. Первая реакция на будку. Иди, заходи. Найдюха вынюхивает. Найдюха все вынюхивает. Заходи. Заходи. Ребята совершили экстренную посадку у нас в городе на таком вот самолете. Но здесь будет проблематично взлетать, так как полоса полностью, видите, нечищенная. Автомобилями разбили лед. Так что взлететь будет, конечно, непросто им. Но будем за них держать кулаки. Хотел я пролететь на таком вот самолете, но ребята сами с Мелитополя. И если бы здесь еще была полоса хорошая, то можно было бы пролететь, а так и топлива мало. Ну все, удачи.
ребята, ну это просто жесть, конечно. Я бы тоже хотел бы попробовать.